В День защиты детей с подарками в инфекционное отделение КГБ номер 2 прибыли волонтеры, представители партии «Единая Россия» и движения «Молодая гвардия». В праздник нужно порадовать виновников торжества, которые оказались в больничных палатах. Здесь 15 подростков, у которых диагностирован COVID-19. Я уверена, что подарки вызовут бурю положительных эмоций. Они хоть и подростки, а реагируют даже активнее, чем маленькие дети, честно мы такое видим. Мы раздадим детям, потому что на сегодняшний день добрая комната не работает в связи с эпидситуацией. Мы не разрешаем детям сейчас видеться и выходить из мельцеровских боксов. Поэтому мы раздадим подарки обязательно каждому. «Добрая комната» – также партийный проект, как и эти коробки храбрости. Еще одну сегодня передали в первую городскую больницу. Детское отделение здесь же, неподалеку. Презентами врачи порадуют 6 маленьких пациентов из хирургии. В наборе защитные маски, воздушные шары, краски, карандаши и книги. Это детские книжки, немножечко на современный лад, там про смартфоны, про роль гаджетов в нашем сегодняшнем мире, который занимает неотъемлемую часть, но, так сказать, не самое, то, что это не самое важное, то, что у нас есть, и то, что родные и близкие, наши друзья, наши отношения человеческие, такие офлайн, как сейчас говорится, это самое главное. Живого общения из-за противовирусных ограничений теперь не хватает и детям, и взрослым. А вот в больнице маленьким красногорцам нужна еще и храбрость, уверены организаторы акции.